Известный английский критик и теоретик искусства Джон Роскин утверждал, что до момента знакомства с картиной «Крестьянская свадьба» он и думать не смел, что Рубенс настолько вульгарный и развратный художник. «Здесь невозможно говорить, — возмущался критик, — ни о каких ярких впечатлениях, производимых игрой тонов или элегантностью форм, ни о каком остроумии или экспериментировании. Все сводится к грубости и хамству, которые можно было бы еще как-то понять, будь они сатирой на пьянство и разврат. Но нет, автор, похоже, упивается этой безвкусицей. Глядя на все это, я просто не могу себе представить, чтобы порядочный человек мог не то что написать такое, но даже родить это в своем воображении». Француз Эжен де Лакруа, хотя и был в своих суждениях далек от ханжеской точки зрения английского критика Пуританина, но в своем дневнике признавался, что и сам не раз брезгливо крутил носом, глядя на эту мужицкую пьянку, однако с должным уважением и даже скрытой завистью отметил, что Рубенс не побоялся быть самим собой, и его искренность и внутренняя свобода заставляет пересмотреть наши представления о людях и мире. Именно эта нетерпящая ограничений свобода была расценена Рёскиным как вызов общественному вкусу, хотя почтенный критик не мог не знать, что традиция представления подобных сцен уходит своими корнями в Средневековье, а сам мотив крестьянских гуляний был вообще очень популярен во фламандской живописи всех времен. Картина Рубенса «Крестьянская свадьба», вписываясь в эту традицию, основывается на сочетании реализма, присущего жанровым сценам Брейгеля-старшего, и натурализма, свойственного работам античных мастеров, часто изображавшим пиры вакха, вакханалии. Подобную смесь низкого с возвышенным, как говорил Рёскин, можно найти также и в картине Рубенса «Крестьянский танец», хотя эта картина не так шокировала английского критика, как «Крестьянская свадьба», которая даже с формальной точки зрения была далека от академических требований, поскольку представляла собой дикое, совершенно недопустимое в те времена смешение жанров. В едином композиционном пространстве мы видим, собственно, жанровую сцену, букалический пейзаж и в правом нижнем углу натюрморт.